И в завершении выпуска Алданский район вновь распахнул двери для российских лыжников. В Алданский центр подготовки лыжников на днях прибыла сборная команда России. По традиции на якутской земле лыжники откроют новый сезон. С подробностями Татьяна Вахнина. Надежде и оплоту российского спорта вновь распахивает двери Центр подготовки лыжников. В Алдан прибыла сборная страны по лыжным гонкам под руководством старшего тренера Юрия Каминского. На южной якутской земле спортсмены мирового уровня традиционно открывают сезон. Как отметили гости, дорога их совсем не утомила. Выспался, в самолете спал, в автобусе спал. Самое горячее гостеприимство встречается лишь на северной земле. Отведав каравая, лыжники прошли обряд очищения через Чичипкан. Гостей торжественно приветствовали члены спортивной общественности Алдана, представители местной власти и творческие коллективы. Разрешите от имени Центра спортивной подготовки, от имени специализированной школы поприветствовать вас на алданской земле, в который год уже вы приезжаете к нам. И, как говорится, вы уже у нас не просто гости, но и как родные, как родня. Члены российской сборной по лыжным гонкам проведут в Алдане 3 недели. Именно столько продлятся учебно-тренировочные сборы. Ну, мы по традиции лыжный сезон открываем здесь, хотя мы, конечно же, и в течение летней подготовки стараемся, чтобы снег у нас всегда, ну, как можно чаще присутствовал. Впервые всероссийские соревнования пройдут, включены в календарь Федерации лыжных гонок. Вот, и планируется, что в перспективе эти соревнования могут стать международными. Теплая встреча, заселение и отдых предварили жесткий режим тренировок. Послаблений в нем не предусмотрено. Вскоре Центр подготовки лыжников вновь примет гостей. В Алдан прибудет сборная России по биатлону. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, НВК САХА, Алдан.